Работники скорой медицинской помощи отмечают свой профессиональный праздник. В 2020 году, когда началась пандемия, именно эти специалисты вышли на неравный бой с этой болезнью. Как отмечают эксперты, предсказать исход такой войны было нельзя. Но медицинские работники стояли на страже здоровья магаданцев. С этим днем сотрудников скорой поздравил мэр областного центра Юрий Гришан. Сколько вы спасли жизни людей, это невозможно пересчитать, сколько вернули счастья в дом, когда оказали неотложную помощь, и люди вернулись домой из клиник после лечения. Вот это, конечно, дорогого стоит, и никакими словами в этом зале не описать. То, что выпало на вас прошедший год, это страшная история. Как отмечают сами работники неотложки, с автомобилями и лекарствами проблем нет. А вот специалистов в рядах медиков всегда не хватает. Причина – сложная и ответственная работа. Но это все еще остается проблемой. Причем эта проблема, надо сказать, не только сегодняшнего дня. На скорой помощи всегда не хватало работников медицинских, потому что очень сложная работа. Она сложна не только психоэмоционально, но и физически.